и восхитительно вкусно. I have semi-finished cutlet with cheese. Put them through a grill machine at 210 degrees Fahrenheit. That's about 100 degrees Celsius. У меня полуфабрикаты котлет с сыром. Проведу их через гриль-машину при температуре 210 градусов Фаренгейт. Это около 100 градусов Цельсия. For 30 minutes, на 30 минут. I have such a tomato puree with additives for pasta, 610 grams. У меня вот такое томатное пюре с добавками для пасты, 610 грамм. 610 миллилитров сухого, 610 миллилитров воды. Black pepper, salt, according to your taste. Черный перец, соль по вашему вкусу. I will add a tablespoon of salt and half a teaspoon of ground black pepper. Я добавлю столовую ложку соли и половину чайной ложки размолотого черного перца. Salt, соль, pepper, перец. Italian herbs, including rosemary, oregano, basil and other herbs. Add to your taste. Итальянские травы, включая розмарин, орегано, базилик и другую зелень. Только по вашему вкусу. Greens, зелень. A teaspoon with top spicy dungan seasoning glaza. As I prepared it, can be found on my channel. Or pass through a blender, a small chili pepper, a little bell pepper, and a few cloves of garlic. Чайную ложку сверхом острой дунганской приправы лаза. Как я ее готовлю, можно найти на моем канале. Или провести через блендер маленький чили перчик, немного болгарского перца и несколько зубчиков чеснока. Лазу. Add olive oil. I have 3 tablespoons. 60 миллилитров растительного масла без запаха. Olive oil. Оливковое масло. And mix well. И хорошо перемешать. Any pasta of your choice. Любые макароны по вашему вкусу. Паста. Котлет. Котлеты. 300 or 350 grams of onions cut into half rings. 300-350 грамм репчатого лука нарезать полукольцами. Onions, лук, микстур, смесь. Cover tightly with foil. Плотно прикрыть фольгой. Bake in a preheated oven at 356 Fahrenheit, 180 degrees Celsius for 35-38 minutes. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 356 Фаренгейт, это 180 градусов Цельсия, 35-38 минут. Remove the foil, убрать фольгу. Sprinkle with cheese on top. I now have mozzarella cheese to taste. Любой сыр по вашему вкусу. У меня сыр моцарелла. For 15 minutes, 15 минут. Beautiful and tasty. Красиво и восхитительно вкусно. Six servings. Мои дорогие, этот объем на 6 порций.